К ней первый год жители Тверского микрорайона Соминка жалуются на разлив нечистот вблизи своих домов. Фекальные массы разливаются на ряде улиц в Заволжском районе. Но на этот раз ситуация усугубилась и обострилась с началом таяния снега. Воды, судя по всему, попали в городской коллектор. Произошел перелив сточных вод в Соминку. В результате этого обильного притока и гор мусора, который сбрасывается в реку, произошло засорение русла реки под насыпной переправой в районе улицы Румянцева. Для восстановления тока воды специалисты Тверь водоканала приняли, в общем-то, обоснованное, хотя и радикальное решение демонтировать насыпной мост через реку. Одна проблема была решена, застойную воду спустили, но образовалось несколько других. О них и о возможных путях решения рассказываем прямо сейчас. Вот он мост перекрытый, соответственно, дальше сюда. И вот он проезд к нашему дому единственный. И к нам просто пожарным, например, проехать будет невозможно. Александра живет в частном доме на Соминке. Еще неделю назад она беспрепятственно могла проехать к своему дому на машине. А теперь может дойти только пешком. Мостика через речку больше нет, и машину приходится оставлять на соседней улице. Но это не основная проблема, которая тревожит девушку. Это вот улица Соминка, кусочек улицы Соминки, которая переходит в улицу Румянцева. На всех дорогах, в том числе и в ГАИ, она обозначена как улица Соминка, как проезжая часть. Но ее по факту сейчас нет. Никакой альтернативы. Альтернативы Тверь водоканал нам не предоставил. Если, не дай бог, у нас случится пожар или к нам нужна будет скорая, у нас просто нет возможности, чтобы проехать к нашему дому. А жители многоквартирных домов по соседству на улицах Голландской и Заречной столкнулись с другой проблемой. Из-за того, что насыпная переправа была демонтирована, нарушился маршрут подвоза строительных материалов к строящемуся рядом многоквартирному дому. Застройщик был вынужден изменить маршрут и пустить крупногабаритную технику мимо жилых домов. Это вызвало негодование со стороны местных жителей, которые считают, что это ухудшает условия их проживания и создает угрозы. Вот мы с ребенком гуляли. Они не притормаживают. Ну, вот эти большие грузовики, да. Здесь дети гуляют маленькие. Самая главная проблема, вот меня, я переживаю за маленьких детей. Мне больше ничего не интересно, как грязь, это ладно, ерунда. Руководство строительной компании «Справедливости ради» заметим принесло извинения местным жителям за доставленные неудобства и всячески стремится к поиску компромисса, но при этом утверждает, что остановить стройку на неопределенный срок не может. В компании отметили, что у них оформлено разрешение на право строительных материалов по новому маршруту, но жители документов не видели и с этим не согласны. Да и к тому же их в любом случае не устраивает такой проезд. Вчера, когда жители перегородили, вот, естественно, они, я так поняла, вызвали ГИБДД именно с тем, чтобы меры к жителям принять. Идите в администрацию. А ГИБДД, они сказали о том, что вот, жители правы. Застройщик обещает в кратчайшие сроки завершить подвоз крупногабаритных материалов, просит потерпеть в течение месяца, но конфликта это не погасило. Люди блокируют заезд крупнотоннажных автомобилей. Граждане прибегали даже к радикальным методам протеста, буквально ложились под грузовики, чтобы остановить их передвижение по новому маршруту мимо своих жилых домов. Не пущу, я лежу. Хорошо. А затем протестующие граждане выставили сидячий пикет на границе въезда на стройплощадку. Второй день мы здесь дежурим, вот сидим, не пропускаем большие грузы, которые 30-тонники, потому что это преддомовая территория, и представитель строительства просто разломал вот этот забор, он был закрытый. На место выехал депутат по этому округу Дмитрий Нечаев. Он пообщался с местными жителями. В ходе осмотра территории народный избранник отметил, что единственное компромиссное решение, которое устроит все стороны конфликта, это восстановление прежней переправы. Мы знаем, что застройщик, в принципе, готов пойти на какие-то уступки, но в любом случае на первом месте, конечно, интересы граждан, жителей. Нужно вернуться к тому статусу кво, когда здесь была переправа, альтернативный маршрут подвоза строительных материалов. И это решение устраивало всех. Вот сейчас нужно в кратчайшие сроки восстановить этот маршрут, восстановить переправу через реку Соминка. И это решение позволит примирить стороны и позволит снять напряжение. Вот в этом направлении сейчас нужно работать. И жителей такой вариант решения проблемы вполне бы устроил, как и застройщика, который даже готов восстановить мост, причем за свой счет. Но все пока упирается в ремонтные работы, которые на этом участке уже начал проводить Тверь водоканал. Они могут затянуться на неопределенное время, так как объемы реконструкции коллектора весьма масштабные. Проложим
примерно 500 метров нового коллектора заменим, соединим его с новым участком, который начинался от Скворцова-Степанова. Там пойдем вдоль ручья, вдоль частного сектора, будет работать техника и прокладываться новый участок коллектора 500 метров. И второй участок коллектора порядка 500 метров, это будет проложен вот непосредственно вот здесь, где мы закончили от миграционного центра новый и дальше туда до улицы Волынской. Закончим в октябре месяце, уже 2 километра 600. Без сомнения, основательный ремонт коллектора необходим, и по его окончании ситуация с водоотведением в Заволжье должна существенно улучшиться, что оздоровит и экологическую ситуацию. Но вот сроки этих работ и судьба насыпного мостика через речку Соминку пока остаются открытыми. Ни в администрации Твери, ни в водоканале на наш запрос относительно сроков восстановления переправы пока не ответили. Более того, по данным администрации города, этого переезда по документам вовсе нет. Такую же информацию предоставили нам и в Тверь-Водоканале. Но местные жители издавна пользовались этим проездом и не готовы к его утрате. Да и застройщик видит в нем жизненную необходимость. Такого же мнения придерживается и депутат Тверской гордумы Дмитрий Нечаев. По его словам, для решения конфликтной ситуации и восстановления пути подъезда к отрезанным от транспортных путей домов по улице Соминка сейчас нужно в кратчайший срок уложить в русло речушки трубы большого диаметра, выполнить армирование железобетонными конструкциями и отсыпать грунтом. А в перспективе рассмотреть возможность создания полноценного мостового сооружения с проезжей и пешеходной частью, если он настолько востребован жителям этого микрорайона. Ведь создание комфортных условий для жизни граждан – это, насколько известно, приоритетная задача всех уровней власти.